Ямамане. Ну что, наблюдение за дочерью показали хороший, результат хороший. Общаться с подругами она стала много, научилась именно быть женственной. Это следить за внешностью. Общение с подругами как идет? Именно мягко, хорошо. С девочками она, то есть со своими дочерьми, она разговаривает нежно, ласково, с любовью. К мужу обращается то же самое. То есть проникается любовью к нему. Его приход она ждет как праздник. Накрыть стол, на столе свеча, скатерть, потом свеча, салфетки. Быстренько-быстренько, как может, сервирует, значит, стол. Улыбается, много улыбается, следит за своей внешностью. То есть к приходу мужа она старается быть всегда уже навести легкий-легкий марафет. И причесана она с утра. Я встаю попозже, она уже причесана, одета, и такая довольная, легкость движения, какая-то сияющая такая вся. Прямо я очень рада, что в свои 25 лет в ней проснулась именно вот такая женственность. Очень хорошо.